Зайцы – это вам не кролики. Несмотря на то, что кролики и зайцы – близкородственные животные, между собой они не скрещиваются. Зайцы крупнее кроликов. Длина их тела равна примерно 60 сантиметров. Их лапы тоже длиннее, чем кроличьи. Раньше зайцев относили к отряду грызунов, но недавно они были выделены в отдельный отряд зайцеобразных. Они распространены везде, кроме Антарктиды. Самый крупный заяц, когда-либо бегавший по земле, жил на острове Минорка около 12 миллионов лет назад и весил, судя по ископаемым останкам, около 15 килограммов. А самые большие уши у калифорнийского зайца. Они достигают 60 сантиметров. Благодаря им он не только хорошо слышит, еще они ему помогают при теплообмене. С вами канал «Планета Земля».